В общем, на мой взгляд, правящая элита КНДР боится за свои шкуры. Они просто понимают, что они, так сказать, сидят на медленно разгорающемся огне. И в конце концов будет взрыв. Несмотря на все репрессии, которые они применяют по отношению к собственному народу. Есть там один, еще один клан или нет? Конечно, есть. Потому что если есть элита, есть ненормальное положение, значит, кто-то в этой элите будет выступать с противоположными идеями. Но только страх перед репрессиями не дает выступить открыто. Страх перед другими инакомыслящими у себя гражданами и чиновниками и так далее, которые есть у Ина, конечно, его заставляет поднимать шум. Вот они внутри, как показать свое внутреннее, так сказать, внутреннюю несостоятельность, они не могут. Это слишком опасно для их положения. Поэтому они начинают устраивать всякие внешние провокации. Слава Богу, вернее, им слава. Они сами себе приготовили там какие-то ракеты, какие-то бомбы и так далее. Они могут этим как-то шантажировать окружающую публику. Но я тут не вижу ничего. Ну, пускай шантажируют, черт с ними. Единственное, что когда-нибудь, конечно, надо помочь корейскому народу спихнуть эту братью.